Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Я купила фигурку Деда Мороза в магазине Fix Price. На самом деле, такой Дед Мороз в шляпе не очень похож на нашего классического Деда Мороза, поэтому немножко его хочется переделать. Это формы для снега, они пластиковые и продаются в магазине Fix Price. Также можно найти их на сайте AliExpress. Друзья, фигурка у меня отлита из гипса. Отливать я сейчас не буду, потому что фигурка у меня уже высохшая. Но работать можно и со свежеотлитой. Подобные фигурки я уже отливала в прошлых видео, поэтому вы всегда их можете посмотреть. Кое-где откололись кусочки, потому что он у меня падал. Но сейчас мы все это будем прятать. Для того, чтобы переделать Деда Мороза, я буду использовать туалетную бумагу, вату. Клей ПВА разведен с водой. Себе представила, но пока еще не знаю, как это будет выглядеть. Сейчас я буду формировать шапку с меховым отворотом. Получается фактически папье-маше. Тонким пластом снимаю вату. У кого есть фигурка гнома, попробуйте из нее тоже сделать Деда Мороза. Рукава я сразу сделаю из ваты. Сейчас немножко вот сюда добавлю ваты, чтобы воротник не так был прижат. Друзья, таким образом можно реставрировать и старые игрушки. То есть здесь вообще ничего нет сложного. Сейчас я подсушу. Из ваты я добавила брови.
Сразу загрунтую белой акриловой краской. Окрашиваю шапку и шубу. В классический цвет можно расписать красной краской. Расписываю бороду, волосы и брови. И усы в том числе. Все уже запачкало синей краской. Сейчас я ее просушу. Вот так получается. Смотрите, какой простор для фантазии. Здесь можно сделать декупаж. Можно применить рисунок через трафарет. Можно порисовать. Объемный узор сделать. Планирую здесь порисовать немножко. Например, елочки, месяц, звезды. Я сейчас расписываю гуашью. Но обязательно после росписи нужно будет все покрыть аэрозольным лаком. Рисунок самый простейший. Теперь кисточкой, щетинкой немножко добавлю пышности елкам. Добавляю немножко золота. От месяца струится золотой свет. Хотела сделать через трафарет снежинку, но у меня плохо улегся сюда трафарет, места мало. Золотом можно сделать окантовочку. Трудно остановиться, немного еще расписываю рукава и шапку. Еще перламутра добавляю немного. Так как у меня краска гуашь, я буду покрывать аэрозольным лаком, чтобы не размазать краску. Друзья, когда начинала, даже не знала, чем все может закончиться. Но мне мой Дед Мороз понравился больше, чем сама форма. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!